Get past the people, get past the hitman. Авиатор, про который я могу вам легко рассказать. Ну что, я думаю, что вам это было очень интересно, и возможно даже это сейчас вам поможет выиграть очки Ray-Ban. Кто хочет? Я думаю, что лучше сделать круг побольше, чтобы все могли наблюдать за этим действием, и, пожалуйста, все, кто хочет, могут принять участие в нашем розыгрыше. Ужас, друзья мои, я не запомнил все ваши ответы. Слишком много. Хорошо. Те, кто отвечает правильно, остаются. Те, кто неправильно, добивают. И так пока не останется один единственный человечек. Те, кто не выиграл, могут пройти посмотреть более 50 моделей очков в магазине «Очкарик». И также приобрести, как и все остальные, получить шанс приобрести и получить отличную футболку. Ну что ж, наши знатоки, я вижу, что вы в глаза знания. Как вы считаете? США! США! И это правильный ответ, Италия! Друзья, все, кто сказал США, покидают наш пьедестал почета. Извините, у нас с этим человеком, который правильно ответил на вопрос. И как вы думаете, кто это? Красно-белый, черный, друг мой! That's right, that's what I mean! И у нас есть победитель, друзья мои! Давайте захлопаем человека, который выиграл оригинальные очки Ray-Ban. И прямо сейчас, Лучше, она лучше, чем очки? Друзья, она лучше, чем очки. Я с ней поговорю, может быть, вечером мы все-таки ее разыграем. Но, друзья, а все, кто не выиграл очки, могут пройти в магазин «Очкарик», который находится не так далеко, и изучить 50 моделей очков Ray-Ban. 50! Ну что ж, покажи нам свои очки, мой друг. К сожалению, они женские. Но это не страшно, потому что очки Ray-Ban – это история. Дорогая моя, он хотел тебя вместо очков, поэтому позволь, пожалуйста, хотя бы получить фото. Отличную фото. Ну что ж, еще раз поприветствуем нашего победителя. И не забывайте о том, что в 18.00 мы разыграем еще одни очки Ray-Ban прямо здесь. Прямо сейчас вы сможете получить фото в подарок в очках Ray-Ban. У нас целых 5 моделей, вы сможете выбрать. И прямо сейчас мы распечатаем для вас это фото.